Здесь вас возьмем в гости, братья и сестры, поздравляю вас с праздником Пятидесятницы, Днем Святой Троицы. День рождения Христианской Церкви. Желаю вам доброго здравия, души и тела. Хочется, чтобы все мы с вами спаслись о Господе. Знали, в кого мы верим. Не десятилетиями ходили в храм, и когда священник спросит, в кого ты веришь, толком не знали. Поэтому нужно иногда проявить духовное любопытство, чтобы образоваться, почитать. Потому что, зная, кому мы идем, мы еще более благоразумно и принимаем его. Бросили жребий, святая Божия Матерь и апостолы, пошли по всей земле нести евангельское слово, благую весть о Господе, которую мы сегодня и принимаем, и читаем, и просим Господа доброго ответа на страшном правильном суде. А страшен только в том, что если мы не получим добрый ответ по своей нехристианской жизни. А вот я вам желаю доброго здравия души и тела и спасения Господи. Аминь и Богу слава. Храни вас Господь.